Привет, Лазарь. Ну и все, поехали тогда. Если все подошли. Ну шо? Так, они что-то решают. Если что, наверное, это... Перезапустим сервер. Так, Торак изучает карту. Карты мы видели за Сашку, да, болею. Так, тот уже лидирует. Кавум пока 30-0. Прыгают поверху, но это им не поможет, зря теряют время. Надеюсь, все прыгают. Давайте пройдемся. Так, Дженки стоит. Очень много игроков, но у них, по-моему, нету функции выключить других игроков. Срезать нельзя. Очень жаль, Дональд. Дональд прям лагает почему-то. Это, видимо, пинг такой. Ну что, карта небольшая, 21 секунда уже у Тофу. Пульс пока что второй, давайте за пузиком посмотрим. За нашим игроком СНГ. 20-0, я смотрю, космос сделал. Немножко, конечно, подлагивает, но это, по-моему, для спектаторов только. Это не должно так влиять на самих игроков. Карты все потещены, все прекрасно должно быть. Нигде лишнего срезать вроде как нельзя. Так, Пус нашел ссылочку к Сашкапу. Все пока неплохо. Надеюсь, видео не лагает, ничего не лагает, потому что это... Это было бы не очень приятно в целом. Что там, кто-то пишет, смайлики отправляют. Так, давайте за Космо посмотрим, он пока самый первый. Ну медленно, можно, по-моему, за секунд 15 ее вроде как можно пройти, если хорошим быстрым роутом проходить, но не знаю, найдут ли они за 26 минут хороший роут, потому что мы ее тестили, играли явно больше получаса. Да, Косм подобрал оружие под карту. Я, кстати, на РРВЦ так делал, я под каждую карту цвет менял у оружия. Нет, оружие можно отдельно поменять. Там очень много видов, можно отдельно все это посмотреть, поменять. Так, ну что, 19-4 уже, 18-9 Дональд. Давайте посмотрим еще раз Дональда, попробуем. Но он почему-то очень лагает. 18-7. Это может быть его интернет, или это может быть рефлексия из-за пинга большого, потому что у Дональда 160 пинг. На полсекунды обгоняет Космо. Давайте роуты у всех посмотрим. Так, Раксел вообще по минимальному использует рампы. Еще не совсем, конечно, нашли спейсинг, но я думаю, в последние 10 минут мы будем наблюдать большую сильную заруву, потому что стрейферов тут пруд-пруди. Пытается сделать, наверное, даблджамп там, но... В целом по спейсингу у него не очень выходит.
Значит, надо что-то менять. А то ему приходится делать широкую дугу. Из-за этого он очень много теряет. А я вчера говорил, что траектория здесь очень влияет на тайм. И не долетел. Так, давайте Маршалла посмотрим. Давайте Дональда спросим. Так, Маршал вообще не делает сёрку, он просто падает для спейсинга. Видимо, у него уже есть какой-то план на эту карту. Дональд говорит, у него не очень с пингом. Не знаю, как это будет влиять на его результат, но пока он первый. А на квалификациях у нас был первый... Донгфиш какой-то, по-моему, но его здесь нету. У нас здесь есть второе место, Тофу, по-моему. Это тоже был хороший стрейфер-новичок какой-то, как мне сказали. Не пока что, навсегда. Надеюсь, что ребятам карта нравится, потому что мы очень старались, мы сделали a lot of путей. Так, вот он использует double jump, чтобы на рампе очень много набрать. И здесь пытается долететь. Но там, походу, Shark поставил текстурку, которую нельзя просто так... А, нет, все нормально, значит, он врезался просто. Так, ага. А Шарк здесь? Шарка не вижу. Шарк спит, наверное, уже тоже в Америке. Маршал говорит, что типа до сих пор играет в квалификации, потому что карта очень понравилась. Не, Шарк на самом деле очень классные карты делает и очень классные тортуры делает тоже. Он делал там какую-то тортуру, я не знаю, Шио бы оценил. Можно попробовать потом дефраг импортнуть. Так, кто-то на кого-то уже машет, это то ли пуст, то ли кто. Давайте за пузиком посмотрим. Что по таймам? По таймам 18.3 пока что Дональд по-прежнему лидирует на 900. Опережает. Так, давайте я потом, наверное, в начале другого раунда уберу Personal Records. Так, 19.6. Пузику надо поднапрячься. Пузику надо подтянуть свое пузико. Кстати, неплохой вариант изменить спейсинг с помощью вот этой платформы сверху. К FPS, говорит, привыкаю. Надо было раньше привыкать, что поделать. Так, торок. Rambo Fish, thank you for Twitch Prime. Привет, привет, спасибо большое за подписку. Спасибо большое. Так, Дональд пока не улучшился, но Дональд ставит очень близкий тайм к своему, так что, возможно, у него все получится. Взаимно, Рэмбо Фиш. Азот, привет. Привет всем. Так, торок на рек.
19.4, неплохо. Хотя у нее 19.3. А надо еще на секунду быстрее. А где эту секунду взять? Мы подглядели у Дональда, но Дональд лагает. Но разница в таймах не очень большая. В принципе, все рядышком идут. Даже Космон приблизился к Дональду. Потихонечку привыкают к карте. Находят роуты оптимальные. Давайте Космо посмотрим. Да, 19 минут. Точнее, уже 18. Маршалу не нравится какая-то стена. Ничего страшного. Можно и потерпеть за 150 баксов. Не каждый день дефраги даже такое разыгрывается. А могло бы, да, нос? Так, у Госма вообще все по траектории вообще все сладенько, но у него недобор скорости немного идет, поэтому не получается у него долететь до туда, куда он хочет. Дональд 18.2 уже сделал. Как-то очень аккуратненько поворачивает. Надо как-то агрессивнее Космо действовать, иначе он до Дональда так будет очень долго добираться. 18.7 ставит. Спонсоров. Ну вот рекламу вешает на сайте Газпром. Все будет хорошо. Не забывайте, кстати, вступать в ряды альфа-тестеров и, возможно, помощников по разработке Defraga 2. Ссылка на Discord в описании, а там же можете найти все в канале Info. Defrag мечты сбываются, да. Ну и можете, все еще можете поддержать рефлексеров тоже, если у вас есть лишняя копеечка, можете на... Кто желает, я могу ссылку скинуть, можете докинуть там пару баксов хотя бы в приз-пул. 18.7, приближается Космо, все приближается, приближается. Давайте за прокипопом посмотрим. Кипоп агрессивный, бьет стены. Так, остановился. Да, я сижу, 16 минут осталось. Естественно, я слежу. А в чем проблема? У нас когда 16 минут остается, надо что-то поменять или что? Так, Дженки поехал. Вчера, кстати, Дженки играл, стримил Деботикл. И у него даже есть там какой-то клип, который показывает, что он стреляет очень даже ничего. Вот, кстати, он как раз использует эту верхнюю платформу, делает там даблджамп и изменяет себе спейсинг под более корректный, какой ему нужен. Приходится здесь слишком широко брать, тоже большой минус, нужно перерабатывать быстренько роут, потому что остается 15 минут. 19.8. Так, Дональд. Давайте Дональда попробуем посмотреть. Хотя бы его роут пальнем. Что он там придумал?
Вот он тоже, кстати, использует этот double jump в верхнюю платформу. И он понизу идет. С трипл джампом поворачивает. Интересно. И сразу долетает. Ага, на рекорд идет. Да, 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 да. Да, 18-1. Неплохо. С 15 секундами я, конечно, походу загнул. Потому что это было в том году, я не помню, сколько там таймы были. Но, наверное, вот 18-17. Что-то вроде этого и было. Но вроде бы, я так спойлернул, самый быстрый роут выходил полностью поверху. Но его там тоже надо хитро прыгать, так что я едва ли кому-то помог. Больше под, на тест уже потратите больше времени. Все разноцветные, все скачут, прыгают. Кто кролик, кто сова там, кто бык, разные-разные модельки у всех. Вон кто-то розовый скачет. Ой, стену зацепил Маршал, к сожалению. Шо, Варпак? Бал юзаешь, да? Подписался бы лучше. Поддержи любимого стримера, так сказать. Это Рефлекс Арена. Точнее, Reflex Race. Но игра глобальная Reflex Arena называется. Прям как утренник, да. 19.8 Marshall стая. Давайте дальше посмотрим. Sub 20 Gang. Да. Почти все, кстати, сделали уже Sub 20, кроме Краксела. Краксела целую секунду еще пилить. Но, тем не менее, результаты вроде неплохие. Дональд пока первый. Мы с Варпаком топим за Дональда. Откуда денег на рефлекс? Откуда денег на рефлекс не хватает? Ну блин, надо было с обедов откладывать, когда в школке учился. Что ж ты так? Ну что, Тофу так-то тоже показывал хорошие результаты. Пустая 19.2. Он вроде как был где-то внизу, но теперь Прокипопа даже обогнал. Хотя, мне казалось, Прокипоп должен посильнее прыгать. Надеюсь, что рефлексеры наслаждаются данным мероприятием. Не получается, не выходит по высоте долететь у Тофу, поэтому надо что-то поменять. Или он долетал, но там на самом деле он пытается, наверное, он видит текстурки, типа пол, а там еще над этой текстуркой стекло фиолетовое такое, светлое. Он, возможно, его не видит и пытается туда запрыгнуть. На самом деле туда нельзя так запрыгнуть. Пока что у нас Торок, Космо и Дональд лидируют. Космо очень близко уже к Дональду подобрался. Почти 10 минут остается. Ну, я думаю, что учитывая лидерство Дональда на протяжении почти всего времени, скорее всего, так и будет, если Космо не будет стараться лучше, так сказать. 18.5. А, 18.4 у него. Мне все кажется, что там 19 должно быть.
Так, на рекорд тофу. Слишком широко взял. Ой, ой, какие траектории. Ой, очень широко. Очень широко идет. Давайте дальше посмотрим. Вот, мы за игроком года еще не смотрели. Кстати, возможно, он сейчас нам покажет какие-то невероятные стратки. 19-1. Интересно, это же роуд. Ну, у всех вот разные подходы. Кто как нашел, видимо, как бы в первые 5 минут, тот так и играет. Никто не пытается сейчас изменить, потому что, наверное, очень жалко им времени. 19-5 ставит маршал. Нет, 19-2 плюс, ругается. Ну, очень плотные места. Топ-10 прям вообще. Покажи первое место квалов. А его нету тут. Он не пришел, я не знаю, кто это. Возможно, ему не нужны 100 баксов или как там попилят. А возможно, у него просто нет времени, хотя мы вроде более-менее согласовали с рефлексерами, что ок им не ок будет, у всех еще разные часовые пояса. А кто был второе? Слоба, ни гоблина, никого нету. К сожалению, ни Шарка, который занял четвертое место. Который организатор, по идее. Никто не пришел. Зато пришел Дональд. Пришел Прокипоп, пришел Пус. Наши пацаны все пришли. Пус третий сейчас, 18-9 уже. Джанки 19-0. Все неплохо. Ребята потеют. Гоблин геймер года. Во, Лунтик, спасибо. Все. Вот мы смотрим топ-3. Все, варпак, сбагойся, так сказать. Привет, Лунтик, кста. Так, неплохой рот. Ай-яй-яй, еще бы чуть-чуть бы довернуть. Но нужно работать. Тут, конечно, очень много можно работать. Так, геймер года пока сты. Давайте за пузом посмотрим. Пузик. Пузик наше все. Дональд 18-0 Дональд делает. Почти 17 секунд. Ну, не знаю даже, 6 минут остается. Сможет ли кто-то опередить великого и ужасного Дональда? Релакс в чат. Шо, никто даже релакс не напишет? Вы чё? Вы чё? Расслабились там. Ну-ка, чат открыли, написали. Yeah, relax. О! Прямая запись Дональда, между прочим. Ёбаный рот этого казино, блядь! Ну вот, теперь видео дети не смогут смотреть. Спасибо, Варпак. Теперь процент просмотров с канала Карусель резко уменьшится. Ну шо, Пус, 5 минут у тебя осталось. Прокипоп не в состоянии, походу. Привет, молочка.
Молочка суицидится. Ну, даже уведомление есть. 5 минут осталось. Так, кто там написал, да? Маршал, давайте его посмотрим. По топу 18-0, ну по-прежнему пока все то же самое, можно сказать. Единственное, что Дженки подгоняет Космо, прямо очень-очень рядом стоит. Давайте Маршала посмотрим. Ну, понизу идут. Но понизу, видите, тут такая проблема, что понизу приходится по падам прыгать. Из-за этого траектория увеличивается. А чтобы траекторию сокращать, нужно прыгать по верхней дорожке. По верхнему пути. Еще и по нижнему там поворот неудобный. А сверху там этот угол обрезан. Мы все просчитали, мы все сделали. Так, Рандрейв отлетел. Привет, пупсик. Рандрейву не повезло за то, что накосячил с кодом рекордов. Карма покарала. Что у нас, модераторы есть? Ну-ка, оживите Рантрейва. Негоже. Давайте посмотрим за Дженки. Джанки. Все, Дженки хочется его почему-то назвать. 3 минуты осталось. Модеры только боты. Ничего страшного. Я могу сам. Дирхонет тоже повезло. Можно еще дуэльки устраивать снова в чате, так что варпак, можешь забить кому-то дуэль на сити-рокете. Ну, пишешь дуэль. One shot, one kill, no luck, all skill. Just skill. Ну ой, варпак, всему тебя учить надо. Ой. Варпак, один на один рейтинг. 2 минуты осталось. Дональд почти не лагает. Я думаю, что это позитивная информация. Ой-ой-ой, зацепил он там. Восемнадцать-ноль по-прежнему Дональда. Сделает ли 17? Вот в чем вопрос. 1.5 минуты осталось. Да, лузнул. Надо будет переписать немножко. Ой, он эти, кодиру, этого, бота Саса триггерит, команда дуэль. Ладно, я пока отключу ее, в общем, чтобы она нам не мешалась. Потом, может быть, появится. Все, я выключил дуэль. 40 секунд. К Дональду никто так и близко совсем не приблизился. И вообще весь топ-3, грубо говоря, по 300 миллисекунд, разрыв по 0.3. Давай, Дональд, последний забег, давай. Ай, врезался. Все, не успеет, все, 10 секунд осталось. Mm-hmm.
Ползультуй. Кто-то бежит еще? Нет, никто не бежит. Так. Делаем скриншоты. И поехали дальше. Вторая карта. Да-да, я все сделал, нос. Не волнуйся. Ой, спектаторы не могут. У них. Бим-бим-бим-бим. Так, сейчас я сразу нос вскину, все. Ну и поехали сразу, что? Пытаются делать ТР, по-моему, кто-то. Но я не уверен, разрешен ли он вправе. Да, тут только стрей будет. Можно модельки игроков подключить, не знаю. Нет. По-моему, нельзя. Говорили, что нет. Так, Дональд уже все пришли. Дональд уже 25 секунд сделал, что он просто пробежался, ему вообще пофигу, видимо, какая карта. Просто бежит, волосы назад. Только стрейф тут, потому что у них с пингом, с пушками, с пингом очень большие проблемы. Вообще нереально стрелять ни с чего. Но пока что карту изучают. Только-только начали. Но роутов тут тоже просто целая куча. Просто невероятная куча роутов. Мы тут так тестили, перетестили уже. Вот эту особенно помню, тестили очень много. Как сказал бы Enter, очень много вариантов прохождения. Так, давайте дальше посмотрим. Игрока года, допустим. Так, игрок года уже нашел первую, так сказать, срезочку. Ну, она не столько срез, конечно, сколько просто удобство. Потому что там очень резкий поворот. А вот этот дабл джамп позволяет его срезать. Так, находят путь сверху. Кто поверху прыгает? Так, мне интересно посмотреть тех, кто поверху прыгает. Возможно, Космо, либо Дональд. Так, Космо 22.5 уже сделал. Обогнал Дональда на 3 секунды, но это еще только начало. Это пока еще ничего не значит. Не долетел. Так, возможно, Космо поверху прыгает. Нет. Кто прыгает поверху? Дональд? Нет. Краксел, Краксел прыгает поверху. На самом деле, если бы у Краксела были скиллзы повыше. А, еще кто-то пытается. А, все, теперь все пытаются. В этом тоже прикол, что еще ты видишь, по идее, еще и трейсеры от игроков. И типа ты можешь просто посмотреть, как прыгают люди. И дальше продолжать самому. Я не знаю, я надеюсь, все выдержат забег, все 11 игроков.
у них вроде бы раньше такого не было. Для них это самый-самый первый онлайн-кап. Это наши дефрагеры уже прожженные, так сказать. Потому что мы для них устраивали очень много подобных турниров. Так, дабл джамп не получился. Давайте Тофу посмотрим. Возможно, у Тофу что-то поменялось. Пока что первое место занимает Дональд глобально. А на карте второе. Да и Космо пока что первое на 700. Обгоняет. Так. 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 23.5. То есть 22.5 это, скорее всего, все по верху. Более-менее. Давайте посмотрим. Топовый роут на данный момент, естественно. Угу. Через спад и через верхние пады. И, судя по всему, на ящик он потом запрыгивает. А можно совсем поверху, там не зря стоит этот пад сверху. Можно совсем все поверху пройти. Но пока что никто, видимо, не обнаружил. И, собственно, здесь тоже поверху выгоднее. Единственное, что... Нужно лишь найти. Вот, кто-то начинал прыгать поверху, но потом спустился вниз. А там еще специально куб есть. Давайте я вам как-нибудь, как я могу от третьего лица. Давайте спросим. А, во, накатырыл. То есть давайте посмотрим. Можно попрыгать здесь. Можно сделать здесь дабл джамп, например. И прыгать вот здесь. Скимить вот эту вот штуку. И прыгать сюда. И ты срезаешь огромное количество места. Естественно, на поверху пробраться нельзя, потому что здесь все закрыто. Джанки пишет. Не знаю, найдет ли кто-то этот роут. Но даже если не найдет на время этого раунда, то я думаю, что потом, когда они будут обязательно это все переигрывать, сидеть на сервере, обсуждать, наверное, что-то. Возможно, когда они пойдут, я об этом узнаю и присоединюсь к ним посмотреть. Но пока что никто поверху вообще никак не пытается. Делаю только даблджамп, чтобы на рампе больше набрать скорости, и на этом все. Возможно, это, так сказать, слишком высокие скиллы для этой дорожки нужны. Но я вроде бы, и даже Шарк вроде это делал. Единственное, что здесь очень надо тонко по траекториям прыгать и очень хорошо скорость набирать, чтобы получалось. Так, Тофу пытается через верх, через рампу, но это все равно не очень, потому что при прыжке на рампу он теряет много скорости. Так, давайте, кого еще не смотрели? Давайте Торака посмотрим.
что, 20 минут остается. По-прежнему никто поверху не прыгает. По крайней мере, мы этого не видим. А мы видим других игроков, видим трейсы, видим даже, где они умирают. Их останки подсвечиваются. Так, Кавум что-то нашел. Кавум что-то занюхал. Ну-ка. Не хватает у Кавума скиллзов. Кавум, конечно, классный в плане программинга, потому что он очень много всего делал. Сколько еще карт будет? Еще 4. Точнее, вот это и еще 3. Простите. Всего 5 карт по 30 минут. Появились результаты пока что первого раунда. Можете ознакомиться. Кто бы видел, что Кавум пытается сделать. Я думаю, что если у него однажды получится, то он очень хорошо скакнет наверх. А пока что Дональд, кстати, отстающий. На 4 месте находится игрок года на 22.1. Сделан на первом, Космо на втором. И Тофу на третьем. Прокипо пока пятый. Пус вообще где-то очень далеко. Ну все еще роуд пытаются, наверное, сделать. Здесь спейсинги не самые простые. 21.9 делает Космо. Давайте посмотрим. Так, по самому верху прыгает. Ага, здесь сворачивает и по крышам. 22.0. Ну, тоже неплохо. Так, кто-то зелененький там. А, он спустился потом. Ну вот здесь он, конечно, ему надо как-то перестроить немного. Ага, так вот решил. 21.938, перебил себя чуть-чуть. Здесь все хорошо пишет, типа в логах пишет, что вот такой-то тайм поставил, теперь лидер. И вот это все. Так, Димон, релакс в чат. Нам нужен модератор. А то тут Рантрейв самоубивается, его воскресить некому. Да. Нужно Космо запотеть чуть больше. Не совсем оптимально у него рол. Ой, застрял! Застрял в кривой текстуре. Думино. Thank you for follow. Что-то громко. Ладно. No spying пишет. Кто? Ой-ой-ой, получилось. 21.8. 21.5 у него, да? Нет, а у кого 21.5? Пишет, что персональный рекорд 21.5 есть. А его нет. Интересный виджет. Инга, привет. Так, ну что, почти 15 минут, половина раунда прошла. Космо теперь лидер. Теперь Дональд догоняющий и вообще очень-очень даже догоняющий. 23 секунды. Так, почти долетел. Ладно, пока оставим Космо, чтобы не смущать его, раз он говорит no spying. Давайте посмотрим Дональда, как у него там дела. Теперь Дональд пишет no spying. И как он вообще определил? Тут не пишет, кто за кем смотрит. Или он кому-то писал, а не мне. Да не у меня 21.5. Я поверху проходил, там очень быстро получается, еще быстрее, там, наверное, 20. Шарк бы помнил, Шарк точно помнит, но его здесь нет. Дональд хитрый, не скачет, когда я смотрю.
Ладно, давайте Краксела посмотрим. Видишь, Димон, здесь-то нету персонального рекорда. .21 у игрока года, 22.6 у Тофу. Разрывы не очень. СНГ врубай. Ну давай. Вот Пуз первый попался. Пуза давайте смотреть. Очень много на повороте потерял. Здесь не долетает. И тоже пытается поверху. Будет ли проходить кто-то по самому-самому верху? Вот что интересно. Я надеюсь, как спросил Дональд ранее, я очень надеюсь, что демки действительно пишутся, потому что можно будет потом сделать даже какой-нибудь мини-мувик по этому Сашкапу, если кто-то из рефлексеров займет. Потому что карты... Ну, эта карта не то чтобы прям красивая, но геймплей у нее интересный, а следующие все карты... И включая аметист предыдущую, они очень классные. Так, ну что, Пуз, даблджамп не нажался. Бывает, да. Поколоти стену, стена виновата. Монка С. 21.0. Что? 21.0 Дональд делает. Маршал все видит, пишет Монка С. Давайте посмотрим. Он бота настраивает или что? Почему он стоит? Дональд смотрит стрим, наверное. Ну-ка, Димон, давай порелаксим для Дональда. Нет, тоже по низу проходит. Ну, по крайней мере, лагает поменьше. Yeah, relax. Не позволяем, типа, мои роуты. А как я должен... я не должен топовых, что ли, смотреть? Ну ладно. Будем иногда поглядывать. Low sensitivity, boys. Очень широко, как-то он здесь туда-сюда, туда-сюда. Надо потом будет зайти к ним на сервера, наверное, поставить. Похоже, Дональд год назад вместе с вами тестил арты. Не-не-не, мы тестили только я, Шарт там был. Ну, только мапперы были. Дональд вообще не знал про этот ивент до выхода трейлера, как и все, собственно. Так что все нормально. Так, ладно, Тофу. 12 минут осталось, совсем немножко. На самом деле интересно, почему никто даже не пытается поверху. Там же можно же изучить, подлететь в спектаторах, все это посмотреть. Да, пок чем тогда? Я бы даже сказал пок у. Только почему-то он не рисуется. А, две у. Да. Привет, Авенгер. Так, Тофу. Неплохой, на самом деле, роуд.
Not demo. Главное, конечно, еще, чтобы никто не вышел, потому что тогда могут возникнуть некоторые трудности. Но выглядит быстро. Выглядит достаточно быстро. Единственное, что недолеты бывают, а это значит, что нужно что-то менять. Так, игрок года, топ-3 квалификаций. По-моему. Да, Садж-то курит. Да, Димон? Кто-то заметил. Молодцы. База в финале лузеров. Неплохо. Так, игрок года разгоняется. Ну тут все разгоняются. Ой, он пытается на самый верх залететь, пада. Неплохая идея. Я бы посмотрел, что у него дальше по спейсингу, но должно быть вроде как все неплохо. Если у него получится, возможно, он займет лидирующую позицию, но Дональд пока 28 сделал, Космо 21.3. А вот игрок года 22.1. Что так громко? Спасибо за фоллоу. Кеннибал. Надо у Сарджа сигарету замазать, иначе 18+. Мне почему-то очень громко. Приходят уведомления. Надеюсь, вам не так громко, как мне. Ну шо, меньше 10 минут остается. Дональд лидирует. Опять лидирует. Спасибо за фоллоу, ребят. Спасибо. Только у меня с громкостью какие-то проблемы. Кулер 9.13, настоящий турист. Ну. Так, давай, игрок кода, давай, 7 минут. Я верю в тебя. Ты из Эстонии, почти СНГ, считай. По-любому по-русски шпрехает. Слоума лит. Кто-то, это Демолайт, наверное. Он зашел в спектаторы, но пока не играет. Если он зашел, значит он участник, как минимум. Либо ему кто-то продал пароль от сервера вместе с IP. А если кто-то продал, то пусть... Где моя доля, так сказать? Так, СНГ, смотрим пузо. Ладно, пузо смотрели, давайте про кипопа глянем. Про кипоп вчера был на тусовке. На какой-то, насколько мне известно. Поэтому вполне вероятно, что он бы мог сыграть лучше гораздо. Но он этого не сделает, потому что вместо того, чтобы готовиться к величайшему событию в рефлексе, он бухал. А это не уважение к мероприятию им и организаторам. Как вы считаете, стоит ли бухать перед турниром? Бухал ли кулер перед турниром? Вот еще в чем вопрос. Так, про кипоп, я считаю, это дисквалификация, и не допрыгнул даже до финиша. Смотря какой турнир, какие награды там, но здесь награда 150 баксов для дефрагеров и для рефлексеров, это очень большие деньги, можно жить месяц на них.
Так, ладно. Дальше, 5 минут. Давайте каждого по чуть-чуть посмотрим. Джанки. Джанки тоже очень хорошо стрейфит, но чего-то ему не хватает, конечно. Мы не знаем точно, что у него было за мероприятие. Может, у него не было возможности отказаться. Не, насколько я знаю, это был какой-то концерт. Мог бы вообще полконцерта посмотреть, пойти домой и начать готовиться, между прочим. Это было бы и рыбку съесть, так сказать, и это самое. Five minutes remaining. Be careful, players. И на лошадке покататься. Да. Так, Дональд. Спаем. Спаинг ту Дональд. Зато тяночку нашел себе. А вот это молодец. Теперь прокипоп идет из дефрага. Ой-о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 й, вы посмотрите. 27. Так, прессинков будет чё? Кому будет нафиг чё? Еще. Так, а мы, так трейлер с датами. Что там, Кавум читерит или что? О, Кавум поверху. Кавум такой красавчик. Он единственный из всех вообще за все время прыгает поверху. Да, не совсем корректно, но тем не менее. Потом рефлексеры будут говорить, что мы Дональду скинули все карты заранее, но на самом деле это неправда. Просто Дональд, видимо, достаточно скилловый чувак. Так вот, про это мероприятие все знали за полтора месяца где-то. Ну ладно, за месяц или полмесяца где-то. Так что, даже не знаю, что бы я выбрал, концерт или поиграть в Defrog. Поиграть на концерте в Defrog. Да, нормально. И где эти все? Какие? Так это не Defrog, а Reflogs. Билеты не Defrog берут при рождении. Все мы дефрагеры с детства, да? Только кто-то забывает об этом. Начинает играть в Minecraft. Моя любимая группа давала концерты, я, наверное, тоже забил на тренировке на один вечерок. Да, я бы тоже. Ну, я же рофлю, я же, естественно, рофлю. World of Drum and Bass пишет про кей-поп, это был концерт. Просто включаем лайв-концерт и играем в Defrog. Профит, да. Да, я просто рофлю, ничего серьезного, хоббит. Не имею в виду, особенно против про кей-попа. Шо у нас? 26 Дональд, 21.3 Космо, 21.7 Тофу. Такие вот топ-3 места у нас. Игрок года пока что не вышел из 22, но у него есть 20, ой, 20, говорю, у него есть полторы минуты еще, чтобы это сделать. А Космо только что, вероятно, зафейлил мировой, условно говоря, мировой рекорд. Я вообще не знаком с сообществом Quack, я просто пару раз смотрел твои видео на Ютубе. Это приятно. Ну, с сообществом Кваки в целом знакомиться не нужно. А сообщество Дефрага вполне себе приличное. А сообщество рефлексеров еще более приличное. Да и наше стримерское сообщество, которое на стримах люди сидят, тоже все добрые, отзывчивые. Так что, если что, welcome.
Так, 40 секунд. Космо. Потей. Слишком вы добрый, привет, второй. Так, Баркипоп, давай. Во, кого? Дональда? Дональда? Перебьет еще? Нет. 30 секунд, еще можно, можно успеть, еще можно завелить и еще раз попробовать пройти. 20 секунд. GG, все, да, никто не бежит. Давайте я тогда сразу таблицу по скриню. Так, кто-то получил кейсик. Неплохо. И поехали третью карту. А, нельзя спектакль. Что? А. А что это такое? А, я тупой. Сейчас, секунду. А что у меня пошло не так? А, я понял. Все, поехали. Космо добавляет нас в список друзей. Я добавлю чуть позже. Джеймс не пообещал, не наобещал дефрога в Diabetical. Вообще там есть свой дефрог, но он очень кривенький, насколько помню. Привет, КГ. Ну что, поехали. Колвот, вот, да, я забыл, у меня просто в документе было неправильно. Все плюхаются, тут водичка. А еще Джеймс не дал фикс, нет снэп-зон, нету, да, ускорение, нет, ускорение зависит от того, как ты долго находишься в худе, собственно, который у нас тут показан, но снэп-зон нету. Есть не настолько, типа, математически какая-то задроченная физика, как в дефраге, поэтому она относительно проще, и играть в это относительно проще. Но, с другой стороны, здесь появляются свои другие моменты, которые нужно тоже учитывать. Какой смысл всей этой беготни поставить лучшее время за 30 минут? Да, да. По сути, это такой, типа, тест на скилл. Потому что, грубо говоря, хороший дефрагер должен находить роут достаточно быстро. И это просто как бы, не знаю, как челлендж. Типа, попробуй найти роут за 30 минут и поставь, еще и сделай этот роут. Нет, нет, конечно. Ну, на этот раз карты никто не знал. Карты видят они все первый раз. А вот в дефраге, так как у нас карт около 10 тысяч, мы можем себе позволить просто отобрать какие-то карты для дефрага и их запускать. Кто-то, может быть, играл, кто-то нет, но это почти никому из них не скидывает. Так, рандрейв, не начинай. Здесь хороший дефраг, я ищу рот за 30 минут, москаль лучший дефраг, потому что ищу рот по кофейной гуще. Да, да. В общем-то, онлайн-кап от дефрагерского, рефлексовский от дефрагерского отличается на данный момент тем, что у них сейчас абсолютно новые карты, которые никто не играл. Ну, кроме меня и мапперов, соответственно. А в дефраге просто очень большое количество карт, и, скорее всего, даже если кто-то когда-то играл, то это было очень давно, и мы специально пытаемся отбирать еще какие-то такие карты интересные, который явно никто бы не задрачивал, если бы не этот онлайн-кап. Поэтому там тоже
Так, давайте дальше посмотрим на игрока года. Здесь тоже очень много вариантов. Можно поверху, понизу, как угодно. Хочешь в слайде, хочешь прыгай по воде, хочешь не прыгай по воде. Еще отличительная черта дефрага от рефлекса. В дефраге, если ты будешь прыгать по воде, скорость у тебя будет немножко теряться, а в рефлексе такого нету. Но эта карта уже посложнее. Она уже посложнее. И пока что не только лишь все прошли. Условно говоря, половина прошли, половина нет. Давайте за пузо посмотрим. Так, потихоньку лидируют. Почему поверху не прыгают? Поверху не прыгают, потому что, вероятно, никто еще не пробовал, но поверху вроде как быстрее. Но это не точно. Это не точно, но, по-моему, чуть-чуть быстрее будет. Можно быстрее разогнать. Тугут сделал дефраг, у них даже есть дефрагерские карты. У них есть выкутрифизика, но у них очень странно работают пушки. И не знаю, ну в целом, в общем-то, мне их дефраг не особо понравился. Он прямо скучный, там ничего нету. Там просто даже рефлекс интереснее в разы, потому что здесь хотя бы есть какие-то многоджампы. Да, пуск красава. Пуск молодец, 29.7. Пока что на третьем месте находится Прокипоп на четвертом, но пока что рано, конечно, в местах судить. И Дональд вон 50 сделал. Это онлайн-кап для рефлекса в МО. Знакомься, так сказать. Вот пуст, допустим, скользит. Можно поскользить, набирать скорость, а можно срезать себе траекторию и тоже набирать скорость. Но видите, тут изучает пуст. Давайте дальше посмотрим. Тут все еще от скилла зависит, потому что поверху может быть и медленнее для кого-то, кому-то будет быстрее снизу. Но, допустим, кто-то и не долетит, к примеру, да, туда, до платформы, до верхней. То есть тут тоже такое. Ну, вроде бы все более-менее проходят. Единственное, вот двое только не прошло, Тофу и Форт Маршал. Так, резкий поворот. Фалт 6.7. Дональд 25.1 пока что у нас идет. С 50 секунд выскочил. Да-да, шлеп. Торец на 26-м году. На втором месте 26 секундами. И третий игрок года пока что.
разрывы очень большие пока, но я думаю, к концу раунда как-то обычно бывает. А уже почти 10 минут прошло. Таймы у нас будут более плотные. Нифига там что-то залагало. Так, торец ведет на рекорд по любасу, минус секунда. Давай! Давай! 28.2. Ладно, давайте сейчас этот ран досмотрим, может перебьет. Ай-яй, не долетел. Так, кабум. Надеюсь, что карта ребятам не очень сложная, по крайней мере, Маршалу и Тофу, потому что они до сих пор не прошли. А у Дональда прыгает пинг, он по-прежнему в 25 секундах. Угу. Опа! Вот это роут. Вот это роуты пошли. Так. Ну, он всю карту, он разгоняется на старте, а потом просто через кнопку вперед поворачивает всю карту, пытается не упасть нигде, не споткнуться. Кто-то прилетел. Так, давайте космо глянем. Вейли, thank you for follow. Ой-ой-ой, трипл джамп, долетел поверху. Это рип. Это просто... Ой-ой-ой-ой-ой, что-то пошло не так. Но он, видимо, еще в процессе изучения своего роута. Еще не понимает, наверное, как точно сделать финиш. Но начало очень многообещающее, прямо... Со звуком непонятно, что происходит. Зато все понятно с роутом Космо, что он incredible, так сказать. Тем не менее, Дональд первый, 23.1.
Давайте про кей-попа посмотрим. Через верх прыгает. Так, тоже трипл джамп не справляется. Точнее, там уже, тут уже квадро джамп получается. Не справляется с управлением. Так, дженки. Шлеп-шлеп-шлеп такие все, шлеп-шлеп-шлеп по водичке, шлеп-шлеп-шлеп. Так, я очень хочу... Скажите мне, ребята, уведомление о follow, когда подписываются кто-то. Они очень громкие для вас или только для меня? Громче тебя, ясно. Про регламент. А что регламент? Обычный онлайн кап, да. Yo, quick, thank you for follow. Thank you for sub, I mean. Скользит. А вот это было громко, да. Я постараюсь сейчас. Звук рефлекса теперь не очень тихий. Так, говорите, будто я помню, что там на лайкапах ваших. 5 карт. На каждую карту по полчаса. И если в дефраге карты раньше когда-то люди могли и видеть, то в рефлексе здесь мы сделали так, что они первый раз играют эти карты. Они видят эти карты в первый раз. И им надо не только, если, допустим, они где-то видели, вспомнить роут. Им надо их, его найти, изучить карту и его еще сделать. Как звуки рефлекса? Нормально? Они не стали тише? Я там один ползунок прикрутил пониже. Возможно, нам это поможет по этим. Так, давайте посмотрим за маршалом. А давайте за Кракслом. Чем мы за Кракслом не смотрим? Так, Краксл изучает, осматривает обстановку. Но думаю, что стали тише. Но главное, что слышно, например. Главное, чтобы уведомления стали тише. Так я их вроде выкрутил. Какая-то фигня, в общем, происходит. 33-0 взял Краксл. Давайте посмотрим маршала. Слышно, например. Ладно. Говори давай больше. Чтобы мол соскучился по моему голосу. Поддерживаю. Да. Рамс Арпипека пишет Джанки. Соглашаемся, да, как сейчас модно говорить. Так, у Маршала очень странный роуд, он пытается по внутреннему как-то диаметру пройти, но на старте еще ладно, скорости не так много, а вот потом, а вот здесь, вот когда уже скорости побольше, это, конечно, не очень было. Хотя, возможно, он просто попытался, типа, да, почему бы не попробовать, но на самом деле у него другой роуд. Остается 12 минут, Дональд по-прежнему лидирует 23-1, Космо 24-3 и Торец 26-5. Надеюсь, Торец не против, если я его буду называть Торец.
Макдональд. Rename it to NM Donald. Так, 23-1. Все еще. Первое место все еще такое. Ж. Yeah. They have half hour for find the routes and finish it with better time. You can you can visit English stream. Oops. Поиск корней от Вуди. Шо, каких корней? Окей. Roots. Bloody Roots, да. Да. А как? Ну, Root, говорят же. Ой, все. Че сразу тралка? Все, не буду по-английски говорить. Буду говорить I don't know English. RIP English. Так, давайте тофу глянем. 10 минут остается. По-прежнему топ-3 абсолютно такой же. Никто еще не улучшился. Карта уже не самая простая, поэтому все, конечно, RIP in peace. RIP Greenpeace. Так, тофу понизу проходит. Его это, вероятно, вполне устраивает. И через эту дырочку. И 26.0. Нормально. Сдвигает торца. FPS per second, да. Так, давайте игрока года глянем. Так, игрок года пытается поверху. В целом, он делает все неплохо, но нужно скользить больше, потому что он очень долго летит до этого пада, а можно до этого еще больше скорости набрать. Так что, не знаю. Ну, роуты пока что, роуты топовые ни на одной карте не нашли. Но за полчаса их, наверное, трудно найти. Если только вдруг повезет, и ты случайно где-то прыгнешь. И такой, опа, нифига, он скользит там. Видимо, жопой прокатился, аж такой звук был. Так, ладно, давайте СНГ смотреть. Запнулся обо что-то, пуз. Об свое пузо. Падать на самый краешек рампы. Да. По школе великого и ужасного, да? По заветам, так сказать. Так, ну смотри, пуз пока что очень даже неплохо идет. Единственное, что вот здесь, конечно, бы с триплджампом это все дело делать и залетать на самый верх, но... Что есть, то есть, так сказать. Сколько? 26-27.3. Так, торец. Давайте кабума посмотрим. Пытается через трипл джамп, видимо, тоже, но как-то все спейсинг не находит, судя по всему.
Прошли все. Да, хороший вопрос. Прошли все. Так, кого вообще по верху практически все проходит, так что у него очень даже большие шансы. Ага, вот так он решил. Неплохо. 25,3. Кого жесткий. Тупо топ-3. Тупо потому что сверху. Просто траектория решает. Очень решает. Кого молодец. Давайте дальше посмотрим. Космо. Космо топ-2 на данный момент. Так, 23,5 делает Дональд. Не перебивает себя. Трипл, квадрипл, квадрупл. Джамп не получается. Вот, он тоже пытается максимально низко сделать даблджамп, чтобы слишком долго не лететь и набрать как можно больше скорости. Либо он прыгает по низу. Это мы сейчас выясним, как он хочет. Да, прыгает по низу. Ну, тоже по низу, тоже быстро. Тут можно, наверное, долго спорить о том, как лучше. Потому что так еще карта как-то сделана, что и сверху быстро, и снизу быстро. Снизу ты на старте больше скорости получаешь, сверху ты, в принципе, ее набираешь больше, так что тут тоже такое. Поворот, конечно, проблемный. Так, ладно, дальше давайте про кипопа посмотрим. 5 минут остается. Прокипоп проходит сверху. Пять минут осталось. Ой, зацепил рампу. Не очень удачный день для прокипопа, но зато он, наверное, вчера отдохнул. Наверное, ему сейчас он прыгает, а в голове концерт. Давайте на джанки посмотрим. Как у него дела? Ну вот видите, все в основном все запарываются на первой половине карты. То есть никто даже до финиша редко кто-то доходит, поэтому. Джанки отчаялся, я считаю. Смотрим Дональда. Так, релакс в чат. Димон. Неплохой, кстати, роут у него, да, походу? Yeah, relax. Yeah, азот. Спасибо. Он прыгает здесь через дырочку. Not bad, я считаю. Неплохо. Очень даже неплохо. Вот так должно быть получше. Так, Дональд, давай! Дональд! Много скорости потерял на повороте, Дональд! 23,553. Очень много скорости на повороте потерял. Прямо очень много. Да. Это Дональд сказал однажды на стриме.
И это было очень смешно. Все самые смешные клипы на Твиче у меня с Дональдом. Это вот прям true. Так, две минуты остается. Давайте посмотрим за Маршалом. По второму кругу почти уже идем. Да, все, давай. Все пишем релакс. Дональд хайп. Я чатик, конечно, скрыл. Чтобы он тут не мешался. Добавлять я его уж не буду, потому что надо было это с самого начала либо включать, либо не включать. Кудвч. Интересное замечание, что в слове релакс на русской раскладке есть буква ДФ. Я думаю, что это что-нибудь значит. Так, Маршал. Тридцать секунд остается. Кто-то уже стоит, кто-то уже не бегает, кто-то все еще пытается. Дэв вклинился в кучу, да. Надеюсь, этого никогда не произойдет, кстати. Так, Тофу. Пишут GG. Все, все пишут GG. Пуст тоже уже не прыгает. Космо прыгает. А, нет, Космо не прыгает, Космо изучает. Все, тогда можно делать скриншоты. Смело, так сказать. И вот эти next. Опять Дональд. Карта от Лолагрейда и Иша. Или Эш его правильно, по-моему, читают. Пожалуй, посмотрю, руки уже совсем не верю. Ну ничего. Вкудвч. Нормальная команда, надо такую придумать. Ну что, четвертая карта. Можно даже сказать, что решающая. Спойлер, опять Декс выиграет. Да, все появились, все побежали. И давайте я отойду буквально секундочку, пока они начинают. Thank you.
Так. Спойлер. Так, куда плыть? Да, я отошел. Тащи. Вот именно, вы молодец. Что за Невада? Возможно, писали там, что кто-то делал... Что кто-то видел эту карту до этого, но... Я в защиту Лолгрейда скажу, что эту карту не могли видеть, но не могли играть, потому что он ее делал очень давно и очень долго, и скриншоты наверняка по дискорду рефлекса гонялись. База третье место, поздравляем его. Так, давайте посмотрим. Пузо. Четвертая карта. Осталось совсем чуть-чуть. Две карты, грубо говоря. Дональд, походу, заберет кэш. Результаты, включая третий раунд, можно посмотреть вот здесь. Ссылки все, кто на ютубе смотрит, все ссылки будут в описании, если что. Вновь прибывшим еще раз сообщу, что мы активно начинаем пилить Defrag 2, и мы ищем коворкеров, так сказать, кто может кодить, мапить, кто в Unreal, в Unreal Engine шарит немножко хотя бы, кто может рисовать, концепт-артисты, нам все нужны. Если у вас даже какие-то минимальные скиллзы есть по рисованию, еще почему-то пишите мне в личку. Мы обязательно с вами свяжемся, я вам скину список задач, которые у нас есть. На чем кодится? Можно на блюпринтах, можно на крестах, на C++. Да, на Unreal очень круто. На Unreal все очень круто, Map Editor очень интересный, и мы, наверное, не знаю, но я лично хочу, чтобы потом у нас появился свой Map Editor, чтобы мы выпилили все лишнее, взяли, грубо говоря, Unreal, и все лишнее из него, что не надо для маппинга, выпилили, чтобы было проще маппить народу. Чтобы каждый мог пойти и сделать карту. Потому что осваивать Unreal в целом это достаточно проблемно, чтобы сделать карту. Но пока поначалу, конечно, надо будет маппить в Unreal. Так, Пус ищет роуты. Привет, Войс, кстати. Жаль, а я нула все пишу. Если что, вот у нас Рантрей в чате. Если у вас сейчас какие-то вопросы есть по поводу кодинга, и тогда и проще уж тогда из Радианта экспорт замутить. Ну, либо да, допустим. А просто в Unreal можно и блюпринты прикрутить, какие-то фичи. И материалы гораздо лучше в Unreal. Текстуры. Unreal в целом более прогрессивный движок для маппинга левелов. Так, давайте дальше. Торец. Можно, наверное, вообще взять Радиант, просто прикрутить к нему редактор материалов там и блюпринтов, типа. Хотя я не знаю, может быть и стоит поставить на Unreal, чтобы маппили. Сложный вопрос, нам надо посовещаться с Dev Team, так сказать. Ну и кто хочет побегать, просто попробовать пре-альфа-версию нашего дефрага, можете перейти по ссылке в описании в наш Discord и там в инфо найти ссылку, либо на ютубе будет ссылка напрямую, где скачать с Google диска можно. Попробовать побегать, но там карта пока это. Давай лучше когда релизим. Да, ну мы пару карт добавим, сделаем хорошую сборку уже с таймами, с рекордами. И тогда можно будет тоже это. Эту версию еще надо убрать. Ну да, наверное. Надо апдейтнуть поскорее, я постараюсь быстренько сделать.
пару карт хотя бы. Может, еще Пуни что-то подкинет. Пуни, кстати, начал тоже мапить. Не то чтобы начал, но я ему показал Unreal, и ему все понравилось. Вероятно, мы от него тоже увидим какой-то шедевр. Ну что, возвращаемся, в общем-то, к турниру. ЦПМ, да, ЦПМ тоже будет, естественно. Но не сразу. Так, у Торца неплохой роут. Неплохой, роут неплохой. Главное нигде не упасть. Нам дек задонатил, ЦПМ не будет. И финиш. Энтеран, не знаю, куда пропал. Он пропал бесследно, говорят, какую-то другую игру теперь играет. Предал Дифрог, хотя очень много для него сделал. Так, да ладно, давайте дальше. Кавум. Врезался. Неплохо, неплохо, что я могу сказать. Давайте дальше. Космо. Вот, интересно, что Космо уже придумал. Прошла почти половина раунда. Не делает даблджамп, прыгает понизу. Хотя мог бы поверху, наверное, поэффективнее. Потому что там не надо лишнего поворачивать. Очень у него, походу, низкий сенс. Видно, как он мышку переставляет на одном повороте. Это ужас. И давайте посмотрим топ. 38.9 пока что Дональд, 41 Космо, Торец 44, Краксел 43.2, Кавум 44.3, Джанки 44.7, Тофу 44.9, Пулс 45.3, Маршал 49.6, Игрок года 53, ну и про Кипов минута. Пока что. Пока что так. Пока что имеем такие результаты. Ну ясно, все с Дональдом. Но Дональд просто очень скилловый, я не знаю. Конечно, он мог с кем-то договориться и, возможно, у кого-то купить эти карты, но я не думаю. Как же Дональда, что ли, а то топчики не смотрим, как проходит. Ну вот, Космо топчик, если что. Космо на самом деле топ-2 сейчас, так что это... Ну давайте далее. Ну дойдем. Прокипоп стоит. Давайте джанки. Всех по порядку будем смотреть. Не будем никого обделять вниманием. А то нехорошо получится. Так, с трипл джампом. Врезался. Это бывает. Так, слоу молит. Поляр менч. Hits on like up in reflex. Что думаешь, он лагает, у него там членикс на покровне? Этот чит-энджайн, да, себе прикрутил. Как координаты игрока вывести посмотреть? Я не знаю. Разве как-то можно? Членикс оф. Газбот, да. Так, джанки начинает очень-очень по широкому пути. Там с Хейли бегает, да. Давайте, релакс, в чатик за Дональда топим. Дональд нормальный, классный парень. Не думаю, что он будет читерить. Хотя за 150 баксов... Я вот не знаю, на что готовы рефлексеры за 150 баксов. I'll need to clarify rule is prevent a load. No. I think Piran not allowed. Mm.
even if this allowed, all maps we played without pre-runs, so pre-runs is not allowed then. За пузо-то. Он через артмани скорость крутит. Да. Not allowed the double jump to start. No, no, no. It's pre-run anyway. I hope no one from top players did it. Yeah, don't just starting, that's all. Да, да, ну нельзя, нельзя, это прерун будет. Здесь нельзя, при флексе нельзя. У нас в онлайн-капе фраги можно хоть что сделать. Потому что у нас и карты по-другому сконструированы. Здесь и так без преранов все нормально. Да и потещины все без преранов, грубо говоря. Так-то, конечно, полкарты оббежать. Not load with has ruled. Task can cross start twice. Cannot to start timer. Про кипоп читер получается. Вполне вероятно. Так, тофу. Шо, Marshall стоит. А тут даже написано в текстурках. Старт написано. А карта очень красивая. Вы посмотрите на эту красоту. Солнце. Кактусы. Все сделано как будто с эджами. Это очень классно, очень прикольно смотрится. Он там в чате написал, что будет на руле что-то. Ну ладно, не буду писать. 12 минут остается. Совсем немножко. Как идут дела на Defrog 2? У него в приоре будет на руле. В Defrog 2 все прекрасно, Дюкс. А вот что делать? Привет, Гипер. Так, что у нас? 37.9 пока что Дональд лидирует. 2 секунды почти отрыв от второго места, которое занимает Космо, и 39.8 у него. Пока что, я не знаю, Дональд просто разрушает. Рвется шаблон у всех по ходу, то что Дональд так сильно играет. Ой, кого он еще и залагал, перестартует. Очень жаль. Ну карта просторная, набирать скорость можно. Можно лететь, волосы назад. Давайте игрока года посмотрим. Там перед трипл джампом разве напад слева не, сразу не вылететь? Это онлайн-кап, да, у рефлексеров. А не знаю, Рентрейд, надо посмотреть. Вот игрок года вообще это. Судя по всему, там можно как-то срезать. Но
Но это будет не так просто. Здесь пещера вылет, там прям дырка. Да, да, да. Это скорее всего можно вылететь, но каким образом? Это уже другой вопрос. И найдут ли они за полчаса, как это сделать? Я говорю так, как будто я что-то знаю, но на самом деле я не знаю. Точнее, на самом деле можно. Не могу вспомнить, как стрейфер ник, который вес по первый начал реки руками перебивать. Финн вроде хочу мигнуть. Финн, который вес по руками перебивает. Привет, Гимрок. Димон, ты помнишь? Аркаон? Да, если, ну, Финн швед, то Аркаон, наверное. Может, швед? Да-да-да, Аркаон. Называется Селеста у него. Селестия, по-моему. Вот так называется мувик у него. Да, классный мувик на самом деле. Не, Рейнфайр не швед. Не фит. Ну, флаги похожи, да. Но они и рядом находятся в целом. Итак, 7 минут. 7 минут. Торец. Я очень надеюсь. А, вернулся этот. Кто выходил? Кавум. Да, Кавум вернулся. Хорошо. У тебя голос так изменился, будто подразумел на 10 сразу. Раньше на тупе этот мойку удалили, вроде только перед лифтом остался в более плохом качестве. Ну, что я могу сказать? Политика Ютуба. Ой, я зацепился. Так, ладно, давайте Космо посмотрим. Дональд 37.3. Космо 39.2. Ай, не прошел. Ну ладно, там, вероятно, был минус. Не нам судить, так сказать. Ну что, если, по идее, если Дональд забирает эту карту, то он в любом практически случае забирает весь турнир. Кстати, Димон, у тебя же новая пека. Что если я тебе скажу, что ты можешь сделать в Анриле телепорт благодаря Рантрейву, который инвертирует твое направление, например. То есть ты влетаешь передом, а вылетаешь задом. Или тебе нужно залететь задом, чтобы вылететь передом, сохранив скорость, например. Или что можно сделать бесшовные телепорты. Бесшовные телепорты, Димон. Так, ладно, давайте дальше. Покебов стоит. Джанки стоит. Дональд потеет. Давайте Дональда посмотрим. Так, у Дональда прям видно. Йоу, я Сквин. Привет. Где Гнек? Все карты вводной. Чё? Как дела? А я думал, прямиком в ДФ телепортирует.
очень быстро летит, просто очень быстро. Все хорошо. Как у тебя дела? Как дела у Сиба? Сибу привет. Че с сенсой, Дональда? Это не сенсой? Ты круче Дональда. Ты можешь у него спросить, я не буду... Я не буду ничего говорить про свой скилл. Так, 4 минуты. Ой, я немножко запутался, кабум. Да, Дональд играет, Дэв. Так, ладно, Краксел стоит. Маршал, 43.5. 37.3, по-прежнему все такое. Такая жуткая леска, у нас такие текстур. Насколько я помню, когда мы играли тем раундом, он фейлил меньше всего. Да, кстати, да. Сглаживание, ты почему так? Не знаю, у меня все на ультре стоит, кстати. Неплохо играл Сипчик. Сипчик. Так что ты, надо Unreal качать каким-то? Да, просто качаешь Unreal Engine. Качаешь Epic Games Launcher, качаешь Unreal Engine. И потом я тебя могу научить, что кого там делать. Сорок и семь торец стоит. Ой, 44, точнее. 44.07. Игрок года 40.0 стоит, третье место занимает. Ой, как под конец меняется ситуация. Томми, привет. Да, все пропустил. А это Синаджи, да? Вроде. Ой-ой-ой, тофу, почти. Неплохо. Так, игрок года, смотрим. Одна карта еще. Гон... Ми Хэнс. Гон Намп. Да, Носф, не забывай стараться лучше, между прочим. Если Носф не будет стараться лучше, сайт не приобретет нужную нам форму. Нет, она не черная. Похож на топус. Так, ну что? 40 секунд. Кто же победит? Дональд или Дональд? Какая интрига. Ладно, давайте посмотрим на победителя, скорее всего, который стоит на финише. 37.3. Он встречает, он ловит. Он ловит на финише. Победит птица, я считаю. Да, это да. Блин, я... Вот почему я выступаю организатором для этого всего? Так, все прибежали. Я очень хочу быть участником этого дела. Yeah.
Ну что, финальная карта. Финальная карта. Привет, Эд. Проки, ну ё-моё. Да, проки-поп, что-то это не в форме, так сказать. Он их ключом гасит. А где там найт всякий? А у него комп сломался, насколько я помню. Ну что? Все такие сразу на старте все падают, пытаются пройти. Дональд дисконнектед. Так, у меня почему-то нет текстур. Доходи, дефраг не берешь, выбрано случайно выбрано карту, резину проиграл. Привет, Дивок. Надеюсь, правильно прочитал. Пожалуйста, спасибо, что смотрите. А, он перезашел. У меня нет текстур. У меня должны быть текстуры. Это не очень хорошо. Да все отлично. You need to restart if you didn't already. Maker textures. Все 5 стрейв, да, потому что онлайн. Да. Чё пишут? To install from in-game add-ons menu, not from... А зачем они даблджампятся? Это дает профит? Там нельзя наступать на пол. Open menu, click on add-ons, explore search texture maker. А, вот да, install. Так, быстренько перезаходим, ребят. Быстренько перезаходим. Покажи Дональду, будет сразу видно. Первый раз видит карту или нет? Да, они все видят первый раз карту, я ручаюсь за это. Так это не показываю этого. Ой, все, нет, я не показываю его, потому что надо... Я показываю его тоже. Я не показываю его слишком много, потому что есть еще другие игроки, которых нужно показывать. Вот, теперь с текстурами. А, ясно, они по 75 делят, да-да-да. Вот, теперь у нас есть текстуры. Итак, что у нас тут? 26 минут осталось. Пока что торец первый, 24-7, Дональд 28. Давай, давай, чтобы... Давай, Дональда. Смотрим. Все, уже роут неправильный, уже, все. Он не первый раз играет. Maybe I had texture working, we should restart the round. А им же вроде это...
Стой, сука. Ну все, все, заново поехали с текстурами. С текстурами-то видно, что там пол в туманчике, его нельзя, на него нельзя прыгать. Ну что, лосецкая карта. Так, ну что, давайте, джанки. Димон, ты можешь в Unreal сделать в 10 раз круче и красивее, понимаешь? Ты в Unreal можешь сделать просто... Так что устанавливай Unreal давай. Будешь мапить, помогать мне. Нам сейчас очень нужны мапперы. Даже больше, наверное, чем кодеры. Чтобы был контент какой-то. Потому что один я реально, я чувствую, что не вывожу. Я одну карту очень долго делал и прям устал. Тупо не вывез. Давай, Димон, гнек с классными текстурами, да? Вот именно. Димон, сделай на варкап. Кстати, завтра... Завтра, те, кто из Дефрага, ребят... Завтра выйдет обзор на прошедший варкап. Димон, хочешь поучаствовать, если ты что там утром занят, нет? Сам в шоке, варпак. Так, давайте дальше. Шкилу иду. Ну ладно, я сам-то... Краксел. Давай! Так, еще не все прошли карту. Все пытаются, видимо, сразу какую-то рефлексу. Рефлекс на каком движке? У них какой-то свой, по-моему. У них, по-моему, какой-то свой движ. Я так не скажу. На самописном, да. Говна пирога. Вы посмотрите только на эту карту. Сколько мейкер вложил в нее труда. .27.6, .23.8 пока что, 0 до 23.9 у торца и тофу 24.4. Пока что такие у нас топ-3, давайте посмотрим за маршалом. Да, в молоке. Прыгают как могут. Прыгают как могут. Бычьи ноги. Сколько у тебя фов стоит? .118. А что? У Крызяла по-другому вид.
Да ладно, а чё дискомфортного? Да, надо как у Рентрейва, что ли, 140, сколько там? Так, 22,9, пуз лидирует, смотрим пуза. Дефраги, блин, я так не помню, 127, что ли, что-то такое. А я говорил. Что? 127, по-моему. Или 123. Так, пус, изучай, пус. А в Overwatch на ком фавигамаш? 110 там, по-моему, максимум. Ты думаешь, я такой, типа, ой, меня спалили. Почему такие цифры нестандартные? Ну, я не знаю, я просто... У меня есть сенс, типа, нестандартный. А мне так нравится, я не знаю. Типа, вот у меня сенс, например. 337 и аксель 0093. Я не люблю круглые числа. Мне кажется, так более точно получается, что ли, подогнать. А в косынке косынца. Да, акселерация обязательно. Просто я... Ну, в дефраге, по крайней мере, я свой конфиг очень долго-долго пылил и настраивал. В том плане, что подбирал фов, подбирал сенс, подбирал аксель. И в итоге, типа, пришел это. Чуть меньше, уже не первое место, не шарите. Да, сенс чемпионский. Это с этим уже не поспоришь. Между прочим, я топ-1 ДФВЦ. Имейте в виду, что и в рефлексе на их мировом чемпионате я тоже был топ-1 в 2019 году. Не то чтобы я ЧСВшничал, но вдруг кто-то не в курсе. А мне просто приятно, что я чего-то добился в играх. Да, я сейчас говорю, что ты капитан. Не, капитан Зерк. Это его завод, а пусть занимается чем хочет, так сказать. СВЧЕ, фу, СВЧЕ. Я с ДФЦ поднялся 250 позиций, вот. ВМО, красава. Мы отвлекаемся, на самом деле, уже от основного... На четвертой мапе прикольный старт был на ДФВЦ. На четвертой мапе говно маппер был на ДФВЦ, вот что я считаю. Не, маппер хороший, конечно. Как человек, вероятно, но это спорно, но я не знаю. Четвертый раунд был самым убогим. По общему даже мнению, я считаю. Так, торец, лидирующей позиции. Не, не западло, Аймур. А, 22,5. Пус, 21,7, Дональд, ты посмотри, ну мап-то все оценили, ну да. Не, она прикольная, типа геймплей хороший, все, она со стороны геймплея, со стороны, типа, флоу, она классная, реально, карта огонь. Но со стороны конструкции, как там все это сделано, все дырки какие-то, все что-то это, все какие-то недоработки. ГВН, да, тоже красава. Точнее, ГВН это много мапперов. Пулс, давай, завози. Давайте пулза включим. Клипы кривые, да, то есть там все кривое. Сам флоу классный, как бы, карта мне понравилась, роуд хороший, так сказать. А сама это такое. Если пуз затащит эту мапу, я ему мороженку куплю. Пуз, давай за мороженку, щиты за пуза, релакс за Дональда, давайте. Может такой быть тутифрутиф. Так, там Космо приближается, 21,9 у него. Очень плотный топ-3, все 21 гэнг.
21 Jump Street. Так, Пус, соображай, Пус, давай, думай, Пус, думай, 20 минут осталось. Давайте посмотрим, кого мы еще не смотрели, допустим, Джанки. Арбузы за пузо. А за Дональда что? Ну-ка, рифмачи. Оп, оп, поверху надо было, Джанки. Нет, Кобальт из-за Дональд. Ладно, давайте Краксел посмотрим. Так. Все еще 21 гэнг у нас. Маршала смотрим. 18 минут осталось. Да, в окошко справа так никто не попал. А ты про какое окошко? Не-не, не бывает прям, типа, компаниями вот так сидят. Но они не играют, в основном просто базарят, типа. Йоу, RoseNNXX, thank you for follow. Тут на самом деле очень много роутов, но они достаточно сложно реализуемы. Там красный бидон справа. Слева. Или справа. Нет, нет. Ну, туда кто-то сверху пытается, но там тяжело. Там надо по-другому немножко это делать. Так, тофу смотрим. Так, тофу что-то знает. Тофу что-то знает. Возможно, нет, но что-то подозревает. Что-то он может подозревать, я чую. Тофу близко. Рипстерс. 21.6 Дональд делает. Первое место Космо 28, второе Торец 21.3 и третье Дон 21.6. Давай Пус поднажми. Квадрил джаб с бидона, что ли, лол, да? Можно и так попробовать. 22.4 тофу, красавчик, просто красава. Давай Пус, так, Торец, мы этих все смотрели, давайте посмотрим Космо. Что у нас Космо придумал на 28? Угу. Угу.
сути. Единственное, что вот окошко, да, он заюзал. Нормально. 27. 27 улучшается у нас космо. Космо заберет, походу, эту карту. Рано, конечно, еще судить, потому что 15 минут осталось до конца, но... Вот то, что он врезается, он очень много теряет скорости. Это негативно сказывается на целостности рана, если можно так выразиться. Так, ладно, Дональда. Дональд. Солнце. Дональд чилит. Посмотрим игрока года. Никто пока что не прыгает поверху. А значит, что до идеального тайма, так сказать, им далековато еще. IKKAA. Thank for follow. Так, нет, не так. Ладно, давайте посмотрим джанки. Джанки проходят поверху. Вот это интересно. Thank you. Так. Почти, почти. Джанки очень близок. Джанки очень близок. Вы просто не представляете себе, насколько он близок. Спрашивают, как у тебя пальцы. Not good. Hearing like hell. I'm suffering, serving up. Чё? А, это. Не про пальцы. Да, забег, конечно, плотный получился для ребят. 11 минут осталось. Ой, застрял. Так, ладно, давайте дальше посмотрим. Краксел. Да, они видят друг друга. К сожалению, разработчиками рефлекса не было предусмотрено возможность отключения других игроков. Потому что Race Mode любительский, сделан, по-моему, самими игроками. А разработчики забили на эту игру в целом и никак
помочь им не могут, чтобы облегчить рейсерам жизнь. Поэтому мы страдаем. Да, обязательно покупать. Разрабы DF2 не такие, да. Разрабы DF2 предусмотрят все, что возможно, чтобы облегчить игрокам жизнь. Разрабы DF2 в МО, если ты не в курсе, очень плотно сейчас занимаются маппингом, кодингом и концепт-артингом, если так можно назвать. Интересно рок, да, у Маршалла? Он игнорирует даблджампы. И еще раз повторюсь, если у кого-то есть знакомые, или вы сами являетесь тем, кем я сейчас перечислю, нам нужны мапперы, нам нужны кодеры на C++ либо блюпринтах. В Unreal, в Unreal Engine. Да, Defrag 2 как отдельная игра, правильно. Это как же... Короче, нам нужны кодеры, мапперы, рисователи. Концепт-артисты. Кто может рисовать в 2D? Это нам очень... пригодятся и нужны любые скиллзы, поэтому если вы чем-то из этого занимаетесь, даже как хобби пусть, любые скиллы, пишите мне в личку, я вас скоординирую, перенаправлю к нужным людям вас это. Да, и вот эти вот люди для DFComs, а еще те, кто знает Angular. Так, давайте дальше. 7 минут осталось. Смотрим тофу. На самом деле для сайта даже чуть больше они нужны. Моя бабушка кодирует от запоев. Нет. Для сайта даже, наверное, чуть больше нужны сейчас, для DF2, чем для DF2. Поэтому если кто-то шарит в сайтах, тоже пишите мне в личку. Я вас отправлю к Носфу. И вы поговорите на эту тему, но свой очень нужны помощники, потому что он один тащит сейчас этот сайт, а там можно очень много всего сделать. Да, Пус, я тебя слушаю. Дональд, 20... Одна тысячная разница, одна тысячная. Дональд и Космо в одну тысячную. Мы совсем забыли. Мы совсем забыли. 28 торец. Пус вообще опустился на пятую позицию, но зато весь топ-3 у нас теперь 20 гэнг. Забаню сейчас. На мастер-хосте планирую приезжать. Нам, если что, понадобится место, кстати, под рекорды какие-то изначально, первоначальные, первичные. Наверное. Ну, лучше с Рендрейвом вам там обсудить. Вообще, Носфана тоже добавить в этот беседку, наверное. Хотя мы его, наверное, только отвлекать будем. Так. Давайте смотреть. Торец. Третье место на этой карте. Ну, роуд, судя по всему,
Ой. О, Космо перебил, Космо 25. Я уже теряю на самом деле концентрацию, потому что реально очень долго мы уже за всем этим следим. Вы уж меня тоже простите, я тоже человек. А еще я очень давно не проводил ничего такого. Точнее, мы не проводили. Ну, я не кастил, я имел в виду. На самом деле, они все очень близко к топовому роуту. Очень близко. Очень близко к топовому роуту. Какой-то человек. Ты птица микроволновкой. Очень близко к топовому роуту, но... 21 игрок года! Они даже не пробуют прыгать поверху. Всегда поверху. Ой, все, Димон. Сейчас минус модерка будет. Вон, отдам модерку Рентрейву. Или Носфу. Носфу вообще надо випом сделать. Давайте посмотрим за... Новоиспеченный топ-1 игрок года. Ой, все, Димон. Две минуты осталось. Две минуты. Пойдем выйдем. Ровно 2 минуты. Игрок года пока что лидирует. И Космо с Дональдом догоняют. Ну шо, давайте посмотрим потуги Космо. Осуждаю программистов, я сюда подеградировать прихожу. Так, Космо тоже не получается трипл джамп. Ну потому что... Потому что... Ладно, я им потом в дискордике напишу. 13 секунд осталось. Дональд! Дональд, давай, беги! Дональд, 2 секунды! Она! Почти! Дональд почти это сделал.
Triple Jump об мусор, да. Так, скриншотики быстро, пока я это... Пока я в сознании, так сказать. Ну что? Ну что, уважаемые? Давайте посмотрим на результаты через 5 минут. А пока мы можем просто поболтать. Я могу попробовать добавить сайт. Это у нас пока что 4, собственно, раунда. Ждем 5-й. Пуск Красава, да, топ-5. Ну, возможно, он в топ-4 выйдет. Неизвестно, как там Тофу сыграл. Птички поют, да, на том свете. Ну как там с деньгами? Да. Пус Красава. Про кипоп не очень. 10-е место. А мог бы и получше. Ни одного дефрагера топ-3. Да. А вот если бы я играл, возможно, один бы был в топ-3. Да, все молодцы, всем, кто, может, слушает сейчас. Из рефлексеров. Всем спасибо. Нос, ты отсигналь, когда можно будет обновить. В Дискорде у них уже пишут F в чат для пальцев, типа. Я предложу потом им сделать мини-мувик, если они согласятся. А вот и подъехали результаты. Только как мне обновить? Когда в Дефин Лайт Кап теперь? Не знаю. Что ты меня спрашиваешь? Итак. 5-й раунд. Собственно, по оверолу Пус вообще стал 6-м. Так что даже в топ-6 нету. Все посчитано по ее системе. Худший результат отсеивается и оставляются только лучшие. Написано лучше без вычета худшего раунда же. А, да, слых, нос. Ты ж вроде так говорил. Шотца за дела. Ну, в общем, вот такие вот результаты у нас. 11 всего человек, хотя рассчитывали на 14, но если бы было еще больше, мне кажется, это было бы очень жестко по визуальной нагрузке для людей. Ну и Гоблин. Третье, собственно, Космо второе. Для DevComps и бэкэндеры тоже нужны. Для DevComps много кто нужен. Если вы что-то можете по сайтам делать, обязательно напишите мне в личку. Ссылки все в описании будут. Комполома, спасибо за фоллоу.
И Дональд первое место. Забирает весь кэш. Ну и, в общем-то, все. Давайте закругляться. Всем спасибо. Все, так сказать, свободны. И обязательно участвуйте на варкапах на сайте DevComps. Всем GG, GLHF, вот это все. Ну, в общем-то, давайте. И запись будет на Ютубе, наверное, завтра. Да, запись будет на Ютубе, наверное, завтра, либо сегодня попозже, смотря как она там экспортнется. Все, ребят, давайте, всем пока, приходите к нам в Discord DF2, пишите свои пожелания.